Делюсь одной хитростью, как пожарить карасей без костей. От головы или от хвоста вдоль всей рыбы по спинке делаем надрезы. Чем чаще, тем лучше. Ребра не трогаем, вот что получается. Такие надрезы делаем с двух сторон. Да, кости никуда не исчезнут. Но приготовив рыбу таким способом, вы даже не почувствуете костей. Добавляем соль, перец. Я еще добавляю приправу для рыбы. Руками распределяю соль и перец по всей рыбе. Внутрь карасей закладываю лук, нарезанный кольцами. Перед тем, как отправить карасей на сковородку, я обваливаю их в муке и выкладываю на хорошо разогретую сковородку с растительным маслом. Обжариваю с двух сторон до золотистого цвета. Если хотите, чтобы рыба получилась с хрустящей корочкой, то жарить нужно без крышки. И наоборот, если хотите мягкую рыбку, то нужно жарить под крышкой.